Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и сегодня хочу вам показать чудесную квартиру планировки 2 плюс 1. Она находится на высоком первом этаже, то есть внизу есть у нас еще цокольный этаж. Имеет прекрасный вид вот на эту всю зеленую территорию. Здесь очень красиво. Сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, войдя в квартиру, мы с вами попадаем в прихожую зону, все стандартно. Здесь у нас есть видеодомофон, очень вообще приятно сделана эта зона, мебель в таких приятных черных и деревянных тонах. Далее у нас по правую руку наш салон. Кухонный гарнитур, в данном случае у нас Г-образной формы, достаточно вместительный, я считаю. Столешница сделана из искусственного камня. Здесь у нас подготовлено место для установки духового шкафа, варочной поверхности, вытяжки. Тут должна стоять посудомоечная машинка, а здесь место для габаритного холодильника. Зона отдыха у нас около 10-11 квадратных метров. Находится она у нас на южной стороне квартиры и имеет выход на балкон. И теперь я вас приглашаю осмотреть наш балкон. Ну что ж, друзья, балкон у нас прямоугольной формы, как вы видите, около 4,5 квадратных метров. Здесь у нас подготовлено место для установки газового котла, а также стиральной машинки. Что мы видим отсюда? Прекрасно видно территорию нашего комплекса. Она очень зеленая, ухоженная. Осмотрев наш салон, мы с вами вышли обратно в коридор. По коридору у нас первая дверь – это гостевой санузел. Он полностью упакованный, готов к использованию. А далее у нас следует по южной стороне первая спальная комната. Она около 11,5 квадратных метров и имеет площадь. Естественно, окно смотрит на южную сторону, и радиаторы отопления уже установлены. Родительская спальная комната приятно радует своими размерами. Здесь у нас около 15-16 квадратных метров. Есть у нас свой санузел. Он точно такой же, как и гостевой, то есть полностью обставленный. И это еще не все. Как вы видите, на южной стороне нашей комнаты у нас есть еще один балкон. По моим впечатлениям, он даже чуть больше, чем основной балкон. Такой же прямоугольной формы, смотрит на ту же сторону и имеет такой же шикарный вид на территорию нашего зеленого комплекса. Ну что ж, друзья, осмотрев нашу квартиру, я могу отметить, что площади тут хорошие, спальные комнаты не такие маленькие, как были в предыдущей квартире, где мы снимали. Также хочу отметить, что здесь у нас два балкона, причем второй балкон не меньше, чем первый. Такие все оба хорошие, так же, как и санузлы. Два санузла с хорошими душевыми кабинками. Техническая информация по этой квартире, так же, как и цена, будут указаны в инфобоксе под видео. Сам же комплекс находится у нас в тихом, спокойном уголке Таджи, где можно получить вид на жительство. Хочу отметить, что до моря здесь у нас порядка 750 метров, до ближайшего магазина около 150, до рынка по субботам порядка 350 метров. Также рядом у нас остановка общественного транспорта. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, информации было достаточно. Жду от вас ответного отзыва. До свидания и до новых встреч!